Привет, YouTube, привет. Немножко времени сейчас есть между машинками. Решил снять тест. В тесте принимают участие. Так, в вольном русском переводе Кеко-Д-центр. Грибки анонсируются вот этим, как убийца центров. Ну, это в вольном переводе. И вот такие грибки. Я их называю Хайл Хантерс. Тут написано. Охотники за градом. Ну, действительно, 7, 9 и 13 миллиметров – это самые востребованные грибы, которыми чинят град. Итак, поехали. 32, грубо, на улице, 26,5 внутри. Ну, у меня сплит работает. Вот он, подопытный образец, где мы будем делать... Температура на поверхности где-то 25 градусов. Я думаю, это как раз хорошо. Я это дело обезжирил, салфеточкой протер. Будем дергать вот таким красивым красным мини-лифтером. Стараться сразу на отрыв. За один раз. Вот два окошка. Сделаем раз тест. Ну и для чистоты эксперимента два. Клей вот такой у меня беленький будем мы использовать. Матрикс называется. Ну, у каждого свой клей, который продается в ваших городах. Вот у нас в основном Матрикс либо Акфикс турецкий. Еще один момент. Значит, что касается вот этого клея, как мы видим, он лежит пока не востребованный, запечатанный. Я об этом не забыл, просто... Мне надо немножко подготовиться, и когда делать тест, нужен помощник. Пока с этим проблема, так что немножко придется подождать. А снять одной рукой что-то делать, другой снимать, ну не получится. Это будет вообще несерьезно. Так что немножко подождем. Ну и теперь вернемся к нашему подопытному. Сейчас я эти грибочки замариную, чтобы они очистились. Почему это новенькие, эти у меня довольно-таки часто в работе, поэтому мы их немножечко обезжирим, как говорится, почистим, протрем, подготовимся к тесту. Да, и еще один момент, вот он клей наш этот белый, температура будет вот такой, где-то примерно там 125 градусов, ну если пистолет не брешет, конечно. Вот они наши грибочки. Попытаюсь я снять их поближе. Хотел заснять вот что. Зеркало грибов. Как мы видим, они уже у меня в работе давно. Вот для сравнения. Новенький грибок. Такая у них у всех глянцевая поверхность. Вот так. При работе появляются вот такие следы, даже на самых маленьких. Я этими грибочками кековскими работаю, ну, 2 года это точно. Итак, приступаем. Первый вопрос – обезжирка. Для мойки грибов у меня вот такая емкость малярская. Ради такого дела берем новый запечатанный бензинчик. И сейчас немножко, минут 10 мы в бензинчике помаринуем. Все, оставляем на 10 минут. Пусть они немножко тут... У нас помаринятся. Потом протрем. Включаем пистолет. Пусть он у нас входит в режим. И будем тестить. Пока наши грибки маринуются, я покажу, что практически вот эти окошки
у нас, где мы будем тестировать. Довольно таки все чистенько и все ровненько. Итак, прошло 10 минут, наши грибочки обезжирились. Потом я еще брызну на них спиртиком, протру спиртиком и приступим. Протерли их тряпочкой. Теперь еще раз берем, наносим на них чистый спирт, я его никогда не разбавляю. И протираем. Итак, поехали. Условия теста я озвучил. Все вы увидели. Клеимся сначала здесь, потом здесь. Сделаем два раза. Крутили, грибы замерзли. И поехали сразу. Вот я подвел, натянул. Есть. Конечно, время выдержки получается немножко разное. Мы тут не кандидатскую диссертацию защищаем, а просто посмотрим, как работают эти все грибки. Так, теперь попробуем кековские грибочки. Клей уже замерз, отрываем кека. Первый раз попробовали, сейчас я грибочки, у нас почему-то клей остается на грибках. Сейчас я их замываю и второй раз рядышком еще раз тест повторяем. Грибочки помыл, почистил. Сейчас мы второй раз протестируем. Ждем, пока клей замерзнет. Все, готово. Как мы видим, здесь клей остался, здесь клей на грибочке остался. Поехали, теперь у нас кека. Понятный. В общем, кто как. Где-то клей остается на грибке, где-то клей остается на поверхности детали. Сейчас все это замываем, убираем клей и смотрим, что у нас получилось. Я включил теплый свет. На мой взгляд, он более контрастно показывает. Итак, поехали. Первый наш тест. Первая полоса. Вторая полоса. Тест номер два. Ну, здесь как-то меньше выражена шишечка. А в первом случае, как мы видим,
она чуть ярче выражена. Самый маленький грибок. Не идеальный тест, где-то больше времени, где-то меньше, там клея больше-меньше, но в общем и целом, сейчас я покажу с другой стороны, примерно показатели равные получились, сколько ты тут не клейся, результат будет примерно один и тот же. Все грибки работают, клей с них отклеивается отлично. И сейчас покажу с другой проекции. Лампочку мы уберем, чтобы она нам не мешала. Явно выраженные везде шишечки. Где-то больше, где-то меньше. Также вот и здесь. Грибочки работают, работают неплохо. Вот она другая проекция. И второй заход. Ну и коротенький вывод. Эти грибки работают не хуже, чем кековские. Сколько они живут, пока что я не могу сказать. По цене, опять же, там 200 с копейками рублей за грибочек, по-моему, очень даже хорошо. Такие вещи, комплект размером под град, я думаю, на граде это очень легко и быстро окупится. Пока-пока, до новых встреч!